Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня хочу записать видео на тему мошенничества в интернете. Очень часто мне приходят на почту письма, вот похожие на это, на тему заработка. Вот. Принцип у мошенников тут один. То есть вы переходите на сайт, далее вы вроде бы как зарабатываете деньги, и потом вас просят оплатить какой-то там сервисный сбор или что-то в этом роде. То есть схема, в принципе, всегда похожа. То есть вот, сейчас перейдем на сайт. Я уже, в принципе, перешел заранее. Читаем. Да, ваш персональный счет зачислен заработанные деньги. 37 200. Вот. И здесь, как бы, вы вводите номер счета ваш. Яндекс, там, Виза или там номер телефона. И, соответственно, эти деньги уходят непонятно куда. То есть, поначалу вы тут проделываете какие-то действия. Я просто здесь уже что-то проделал. Вот, и мне, типа того, должны были вот зачислить вот эту сумму. Но прежде чем ее получить, вы должны внести какие-то деньги. Вот, чтобы вывести деньги, укажите, куда вам отправить деньги. И один раз пополните открытый вами счет на 109 рублей. То есть вы пополняете счет на 109 рублей, и якобы вам должны перечислить вот эти деньги. Ну, соответственно, все это херня и лажа. Вот, никаких вы денег не получите. Вот. Я думаю, таких обманутых много. Каждый по 100 рублей в интернете, сами понимаете. Десятки миллионов человек каждый день находится. Ну, каждый по 100 рублей, там, пускай там 1000 человек по 100 рублей, сами понимаете, какие доходы у мошенников. Поэтому не ведитесь на эту всю херню. Опасайтесь таких сайтов, где вас просят сначала что-то оплатить, прежде чем вывести заработанные деньги. Все это херня, ничего вы не получите. Вот, подписывайтесь на мой канал, буду записывать еще интересные видео на тему мошенничества и, соответственно, на тему хороших заработков в интернете, которые приносят действительно хорошие темы. Вот, на данный момент сейчас занимаюсь криптовалютой. Инвестициями в криптовалюту, вот, строю активно структуру. Соответственно, те люди, которые сейчас подписываются в мою команду, я им буду уделять особое, ну, как бы, внимание, помощь и так далее. Ну, то есть мою первую линию. Вот. Если хотите более подробно узнать обо мне, кто я, чем я занимаюсь, как давно я вообще в интернете, просто наберите в Яндексе или в Гугле Дмитрий Кухтенков. Там будет очень много информации про меня, про мой блог. Ну и канал в Ютубе. Так что, кому интересно вместе со мной зарабатывать деньги, милости прошу, пишите в личку, в комментариях, ВКонтакте. Все контакты у меня, в принципе, будут, наверное, я думаю, под видео. Вот. Ну все, всем пока, счастливо, удачи. С вами был Дмитрий Кухтенков.